Садитесь. Вы можете это, не чтобы там и снимать. Все нормально. Всем привет. Всем привет. Да, зовут Нарманы. Потихонечку стартовали. Так, смотрите, мы делаем пару шагов вперед, нас потянет, а дальше? А дальше назад вас потянет, вы отступаете назад и не падаете. И все равно продолжаем бежать вперед. А и потом после этого бежим вперед. Возможно, пару шагов вперед. Слушайте. Я рядом с вами. Вот я вас держу, чтобы вы не падали. Выравниваемся и теперь пару шагов вперед. Не, можно садиться. Нет! О чем мы речь? Вау! Красота. Сейчас туда полетим, будем там теплый воздух искать, чтобы подняться выше. Туда это куда? Вправо, влево? Сейчас за поворот туда полетим, на озеро. Я ни за что руками не держусь? Нет, вы так привязаны, что вам держаться руки не нужно. Боже, капец! Вот это да! И давно вы вот это так летаете? С 2001 года. Сколько? А, 2001-го? Да. Ничего себе, живете вы здесь. Тоже так давно? Пожалуйста. Переживете здесь тоже с 2001-го года? Конечно, здесь последние 7 лет. А вот это вот что, искусственный бассейн? Бассейн, озеро. Часть австрийской гидроэлектростанции. Им вообще сложно управлять? Ну, нужно понимать, где поток. Управлять нет, справа-влево. Капец. Круто, блин. Она только нас снимает или этот общий период? Она и нас, и вокруг немножко засыпает. Ну, можешь немножко там вправо-влево ее двигать. Это можно руку менять, то есть другую руку взять. Оно привязано к нам? Да, как и мы. Наш народ вон? А, вон, вижу. Остались. Все вместе. Вообще огонь. Никакого не бывает. Блин, у меня такое ощущение, вроде я буду падать вперед, поэтому мне хочется это, за что-то держаться. Ну, чисто, я не знаю даже. Я понимаю, это естественно. Вам вроде как это, гарантий больше. Я понимаю, что вы видите, нет. Вообще бомба ракета. Круто. А где это ГЭС, вы говорите? А сама ГЭС аж там внизу дальше. А-а-а. Вот это вот, которые дороги, все под дорогами там проведены внутри, залиты трубы специальные. Ага. Они под дорогой. Понятно. То есть все сделано, чтобы так здесь даже и красиво. Красиво. Не подумаешь, что так. Какие-нибудь там проблемные. Ну, не проблемные, а что-то такое неприятное там, как у нас все что-то построено. Так, а этот бассейн, он купабельный? Нет. Для чего? А? Купаться нельзя, потому что мы все-таки насасывают же воду там. А какая его цель? Он накапливает воду, а сами лопасти находятся ниже там, туда, в пещеру. И за счет перепада давления, то есть вода спускается вниз туда к лопастям, и там только она начинает вращать лопасть. За счет того естественного перепада происходит энергия. А у вас тут много конкурентов, да? Почти нету, есть только местные это делают. Ну они, как сказать, не конкуренты, у них и лицензии еще нет. Самоучки, скажем так. А эти так быстро пошпилили? Или это кажется? Да, они как летели, так и летят. О, так на потоке, да, крутит, вертит. А так и должно быть. А так страшнее, да? Там вроде ниже летаешь.
уютненько, а здесь... Ну, еще выше высота, чем противоположная. Так и да. А где вы летали в 2001 году? В Украине? Начинал с Крыма. Ага. Там есть огромная школа. Она... попал в Непал. Ничего себе, так у вас активная потом деятельность. Таиланд, и сейчас вот здесь. И это все как вид деятельности, да, работа? Это работа, да-да, ну, рецидивы на работу. Хобби, страсть, наверное, переросла в работу. Да, типа того. Типа того. Круто! Слушайте, а выше нас никого нет? Сзади только один, и все. Огонь! Огонь! Да, повторяю. А выше, чем выше, тем ускорение больше, да? Чем красивее. Не, ну красивее, но мне кажется, как-то ветер крутит сильнее. Нет, он везде бывает разный. Офигеть, офигеть. Да, конечно. Как это называется? Пара? Параплан. Параплан. Право-лево, а снижение там особое какое-то должно быть это? Не специальное, да. Техника. Заходим назад. Что, еще выше хотите? Нет, под поток заходим, а то я нервничаю. Нет, там... это хорошо, наоборот. Потихонечку туда снижаемся. Поток. Летим мягче. Сейчас если опять поймаем поток, опять нас немножко дернет. Ага. Турбулент, где есть поток. Заниматься нечему, это естественно природная часть. Чернигов. Чернигов. Да. Никогда не был, честно говоря. У нас хорошо, красиво. Приезжайте. Что, знакомые есть там? Живут друзья, да? Друзья у вас там? Да. А у нас сейчас отреставрировали весь город, много чего нового сделали, вообще красота. Молодцы, видишь, мне нравится. Да. Да. Хороший мэр должен заниматься этим. Да. Дергает это когда из одного потока в другой мы переходим? Это или когда мы, да, выходим из этого потока, оно же перестает поднимать. Ну да. Поэтому у нас немножко дергает, пускает. Ну, это нормально. Красота, конечно, невероятная. А вы до какого-то определенного периода летаете? Ну вот, то есть через недельки-две уже